руки вытяни вперед, а потом наверх и по сторонам. Наклоняемся вперед, делаем мы самолет. Встанем прямо. Заказали вот такой вот набор вилка и ложка футляри, что очень удобно брать с собой куда-то в дорогу, на природу. А вот здесь вот идет описание, уход, меры предосторожности. Ложечка и вилочка очень удобные. Ложечка глубокая, удобно брать супчик, кашку. Далее заказали вот такой вот паильник. У нас уже есть похожий паильник, но на нашем сильно прокручивает крышечку, поэтому заказали еще один. Я очень сильно, наверное, долго давала малышу соки с трубочки. Он привык очень к трубочкам. И чтобы все-таки научить ребенка поить с кружки, я вернулась опять к паильникам. Поэтому вот паильник очень нужная вещь. Лучше, чем с трубочки. Да? Можно также сок переливать в паильничек и давать малышу. Взяли вот такой вот паильник. Он уже объемом побольше. И не протекает. Так, здесь 250 мл, он не протекает, там специально есть клапан, внутри его убирать не нужно. Вы, получается, наливаете сок, водичку в этот паильник, закрываете крышечкой, даете малышу. И вот за счет вот этого клапана водичка не проливается, но при этом малыш может пить сам, он может паильник этот переворачивать. Также можно взять с собой в дорогу, в машину, в автобус, и он не прольется. Единственные были ситуации, если его положить боком, то да, может из-под крышечки потечь. Дальше заказали вот такую тарелочку с перегородкой, что очень тоже удобно. Можно в одну половину ложить кашу, во вторую половину фрукты, или, например, в одну половину ягоды, во вторую фрукты. В общем, вот так вот чередовать что-то, да, такое разнообразие делать. И когда малыш съедает, он видит вот эту вот, этот рисунок, да, мордочку медведя, что очень тоже интересно. Также можно здесь вот прочитать описание этой тарелочки. Заказали вот такой вот нагрудничек. И здесь, получается, можно регулировать вот такая вот пуговичка и несколько разных таких вот выемки, да, которые можно там поменьше, побольше делать, чтобы малышу не давило, чтобы было все комфортненько. А вот этот нагрудничек, он силиконовый, очень удобный. Нужно было, знаете, изначально его выписывать, потому что все, что малыш кушает, да, там, например, какие-то слюнки, какая-то еда, которая мимо рта полетела, все падает вот в этот нагрудник, что очень удобно. Какая-то жидкость, водичка там, да, вот все-все-все. Или, например, вот вы даете малышу супчик, бывает такое, что с ложечки просто протекает, да, вытекает вот этот бульон. Вот, и чтобы это все падало не на малыша, или вот, например, как вот из тканевые, как у меня изначально были, все это пропитывалось как-то, да, пачкалось, поэтому не очень удобно. А вот этот вот силиконовый нагрудничек все-таки я рекомендую, потому что с ним легко. Все, что вот все жидкости, все каши, все, что мимо рта, все падает вот в этот нагрудник. Потом взяли, помыли, вытряхнули, все, он чистенький, просушили и очень удобно. Не надо там стирать, ждать, пока он высохнет. Просто высушили его и все. Очень удобный и, да, я рекомендую. Но единственное, малышу может быть как-то некомфортно с ним первое время. Поэтому вот смотрите по своему малышу, нравится ему, не нравится, удобно, неудобно. Заказали вот такую вот кружечку, она небольшая, у нас уже тоже есть такая кружечка, но зелененькая, это у нас голубенькая, чтобы такое разнообразие было. Кружек, думаю, много не бывает, здесь 200 мл и написано, что с 12 месяцев можно. Но если вы приучаете ребенка с кружки пить раньше, то, думаю, наверное, можно и раньше. Вот, разнообразие, чтобы было, потому что, например, одна в грязном, тут надо быстренько дать малышу попить, берете другую, ну, это для меня, это мое мнение, что, ну, почему бы и нет, пускай она лучше будет, да, чем будет не хватать. Вот, заказали мы вот такую, можете почитать описание, здесь вот написано. Заказали вот такой вот набор детской посуды для малыша, что очень интересно, очень, знаете, все самое необходимое в этом наборе есть. Цена, можно сказать, такая же, как, например, купить обычную ложку там силиконовую на Озоне. Поэтому цена очень даже такая бюджетная для этого набора. Но набор действительно очень хороший, качественный. Здесь получается 5 предметов. Входит в него, так, можете так описание почитать, здесь написано. Фирма Baby Go, в основном тут все Baby Go фирмы. В набор входит стакан. Единственное, что нет ручки, да, это просто обычный стакан. Возможно, малышу будет сейчас рановато давать, но все равно пускай он будет, да, для чего-то он пригодится все равно. Дальше идет вот такая пиалочка. Также можно подавать творожок в ней, можно какой-то супчик наливать, кашку.
Дальше входит сюда плоская тарелочка, что очень тоже удобно, очень нужная она. И ложечка и вилочка. Тоже неотъемлемая часть для малыша. Вилочка нужна, чтобы малыш уже учился кушать. Да, вилочка, ложечка. Ложечка глубокая, хорошая. А супчик, если набирать, да, она хорошая, неплохая, она глубокая. Что если мы выписывали какие-то раньше ложки, они намного меньше, чем вот эти, которые мы купили сейчас, на данный момент. А как раз вот для малыша этой ложечки достаточно. Набор очень понравился тем, то, что недорого, и все, и сразу, получается, все в одной коробочке. Дальше заказали вот такие вот носки Baby Go. Три пары шли в наборе. Что мне очень понравились эти носки, они прорезиненные. И вот эта вот прорезиненная не убирается. Цена 299, но это на этикет. Мы их купили по акции, ну где-то примерно рублей 150-180 они стоили, вот эти носочки. Очень тепленькие такие, хорошие, вот как раз на осень, на весну, очень хорошие носочки. Да и просто дома бегать. Носочками очень довольна, хотела заказать еще в другой расцветке, но, к сожалению, их не было в наличии. Возможно, закажем позже. Вот, но носочки очень хорошие, тянутся. Размер 13-14 сантиметров. У малыша размер ножки где-то 11-12 сантиметров. Они чуть-чуть ему большеваты, но нормально, на вырост. Вот такую вот купили кофточку, стоила она 249 рублей, так же как и на этикетке. Кофточка очень понравилась, и большой плюс, что можно было к ней собрать комплект. В наличии были еще и штанишки, но пришлось немножечко потрудиться, потому что мы ездили сначала в один детский мир, делали заказы, потом в другой. У нас в городе два детских мира. Один во Флагмане, второй ледяной магазин, торговый центр. Вот, и пришлось и там заказывать, и там заказывать. Папа, конечно, очень злился, то, что и туда, и везде по мелочи, да, а еще в каждом магазине было по несколько заказов. Так, но не будем об этом. Размер кофточки 92. Она такая, знаете, она не толстая, она тоненькая, вот с такими вот клепочками, что очень даже удобно там через голову одевать. Рукава у нее другие, другой цвет, да, расцветка другая. Тоже интересно, придает какую-то, знаете, такую, ну, интересность, да, модность. Это модно, мне кажется, прикольно, современно. То, что рукава другие, да, а сама кофточка другим цветом, другой расцветки, другой. Рисунки напечатаны, не знаю, а отклеятся там они, разрушатся после стирки или нет. Ну, вот, но стирала уже несколько раз. Пока все нормально, пока все держится. Кофточка неплохая, очень понравилась. Швы ровные, аккуратные. Пришла целенькая, все хорошо. Да, ну вот знаете, на вечер, например, вот сейчас уже август, уже ветерок, и вот сейчас, в принципе, можно одевать эту кофточку. Вот, то, что она как бы не теплая. Ну или под низ, под какую-то, например, толстую, если это холодное время. Дальше, заказали вот такую вот футболку, размер тоже 92, но она малышу немножечко большевата, пока мы ее не носим. Она тоже идет на клепочках, рисунок это вроде как вот все в ней. Впечатанный рисунок. Так, что вот, ну, вот описание здесь вот есть. Это тоже хлопок, что и предыдущая кофточка. Это цена на этикетке 399 рублей, но мы ее купили за 150 рублей, что очень даже хорошо и экономно. Вот, тоже швы ровненькие, аккуратненькая, светленькая, аккуратная и неплохая футболка. Вот такие вот штанишки, они на этикетке идут 499 рублей, мы их купили где-то за 250 рублей, вот так же где-то как и кофточка. Штанишки идут на веревочке, это, конечно, небольшой минус, потому что когда ты завязываешь ребенку, да, штанишки, чтобы они не спадывали, они все равно спадывают. Это хлопок, а спадывают они, потому что ты сильно не затянешь, потому что ему будет давить. И, ну, в общем, неудобно. Я думаю поставить сюда резинку, обычную резинку купить и поставить резиночку. Думаю, с резинкой будет намного лучше. А так, в принципе, штаны неплохие, они такие качественные, швы хорошие, этикетка есть, ну, это все можно обрезать, отрезать, чтобы этого ничего не было. Штанишки, они такие же, как и кофточка, не толстые. Все то же самое, можно их на прохладное какое-то лето одевать. На начало осени, на конец весны. В общем, неплохие штанишки. Размер у них 92, так же, как и кофточка. Вот такой вот у него пояс, вот веревочки. Я думаю, что, в принципе, будет неплохо, если поставить туда резиночку. Да, что-то ниточка здесь какая-то небольшая, но это не страшно. Это можно завязать узелок, оторвать.
на ножках, смотрите, вот как оно, да, удобно, что оно не будет там сильно ему сползать там как-то, да, а вот такая вот небольшая резиночка на ножках. Также швы очень ровные, аккуратные. Ну, вот единственное, вот эта вот ниточка какая-то попалась нам. Из питания мы взяли только кисель и фруктовое пюре. Кисель персик маракуйя, но он у нас вышел где-то рублей в 500. 500 с копейками где-то вышла нам упаковка вот этого киселя. Я считаю, что это дороговато, да, но если сравнивать с ценами обычного продуктового магазина, то, конечно, недорого. Взяли упаковку бабушкина лукошка тыква яблоко. Это малышу давать, например, вот на завтрак, да, малыш скушал кашу, можно дать ему вот такое вот пюре или на перекус, или кашу смешать с таким пюре, потому что тыквы еще пока нет, мы вот такой вот. И упаковку взяли тыква, рис и молоко, тоже неплохая, вкусненькая, это как тыквенная каша. Взяли упаковку. Вот такие заказали штанишки, они тепленькие, флисовые, вот с такими вот веревочками, но веревочки тоже думаю, что нужно будет убрать и попробовать сделать резиночку, чтобы штанишки хорошо держались, не спадывали, швы ровные, качественные. Вообще штанишки мне очень понравились, они качественно сделаны, у них такие вот кармашики с двух сторон и есть вот такой кармашек сбоку, где коленочка, может чуть-чуть выше. А ткань вот эта вот на кармашке, она сделана, знаете, как на плащевку похоже. Вот что-то такое. Ткань самих штанов тепленькая, а кармашек как плащевка. А где ножки? У нас как резиночка, да, что-то наподобие. Но штанишки мне очень понравились, красивые. И по цене они вышли недорого. Вот так вот смотрится сзади. Ну, штанишки прям очень классные, очень понравились. Здесь идет у нас описание. Давайте так посмотрим. Здесь размер получается 92. Сейчас одежду я выписываю малышу 92 размера. Она чуть-чуть большевата, но ее можно носить сейчас и на потом. Состав здесь полиэстер 25% и хлопок 75%. Цена этих штанишек на бирочке 699 рублей, но мы их купили где-то рублей 250. Может быть 300. Но не больше 300 рублей. Вот такую кофточку заказали. Она тоже такая, знаете, интересная, красивая, симпатичная, с кармашиком. И вот такой вот тигренок нарисованный. Этикетки такая же фирмы HBB Go у них идет. Размер 92, состав 100% хлопок. Рукава 90% хлопок, 10% вискозы. Да, они немножечко другие. На ощупь немножечко они отличаются. Также в детском мире мы брали. Здесь есть такие вот клепочки, что очень даже удобно, очень хорошие. Так, надпись у нас тут идет, да, получается, на кофточке, на самой напечатанная размер. Такие вот рукава. Швы тоже очень ровные, очень хорошие, очень качественные. Но единственный минус этой кофточки, что пришла она немножко с браком. С обратной стороны есть маленькая дырочка. Я не знаю, как так получилось. Возможно, вот видите, где-то что-то там проткнуло ее. Но, думаю, не критично, можно будет все это зашить. Но вот такой вот неприятная такая ситуация случилась. Но думаю, что для дома, в принципе, будет нормально. Но, конечно, хотелось, чтобы была на выход. А цена такой кофточки была 250 рублей. А вот на бирке совсем другая цена, 499, но я так думаю, что это была магазинная цена для магазина, да, кто пришел посмотреть, там купить. А то, что цена в приложении, она была уже шла по акции, поэтому лучше смотреть цены и товар в приложении. Это очень удобно и можно сэкономить. Вот такую футболку заказали. У нас немножечко тут все в разброс получилось. Одежда, питание, одежда, потому что заказов было несколько, и вот как получилось снять, вот так и снимаю. Футболка оранжевая, тоже очень понравилась. Оранжевой футболки в гардеробе малыша нету, размер 92 также. Вот, мы поговорили с папой и решили ее взять в оранжевом цвете. Она такая летняя, интересная тоже, похожа на голубую. Состав у нее 100% хлопок. Что очень даже хорошо, что хлопок, да, лучше хлопковую одежду покупать.
Цена была у нее 299 по бирочке, по этой. На самом деле, когда мы ее покупали, мы взяли ее за 150 рублей. Футболка за 150 рублей, я считаю, что это нормальная цена. В детском мире были акции на Второй. И покрутим головой, мы, конечно же, с тобой. Кисти рук мы разомнем, сделаем замок, а потом стихнем. И на месте побежим, будто сильно мы спешим. Упражнение с нами повторим.